поэтому... Ебать! Ты шо? Я вообще не испугался на самом деле. Только обосрался. Фух. 15-метровый. Круговой ручной маховик. Так, подожди. Come on! Yeah! Так, спокойно. Оказывается, стены сжимаются еще. Легкое удивление не помешает. Бежать! Некуда! А, оно отображается, лол. Чат, вы что думали, я не просчитывал такой вариант, да? Это ж труп. Ты хороший жук. Слушай, он живой. Он чилит, ему вообще... Бежим, ну его нахуй. Спокойно, ты шо? Сейчас кто заклипит, мне бам сразу просто. Он газ запустил. Не только он. Вот это я понимаю. Что ты хочешь? Ты хочешь мясо? Вон у тебя мясо гнилое, возьми его. Куда ты пришел? Алло. Давай вы еще тут подеретесь, алло. Ага, у меня дома. Ты обожгешься? Вы что тут делаете? Что за сношения ночные? Я не понял. Блин, здесь целый такой этот загон. Блядь, какого хера? Чат, давай больше никогда пауков просто не будем провоцировать. Ты меня задрал со своими. Давай потрогаем, давай пойдем посмотрим. Ты что, у тебя нормально там все вообще? Это что, ночь? Так, я отсюда не пойду. Чат, ты опять испугался. Ебать. Че ты такое сыкло бываешь именами? Что такое, не понял? Антонина Ивановна, зачем опять нарушать? Муха сраная. Блядь. Что ты села тут? Вот это, что ты делаешь? Это мой камень. Куда ты побежала? Что ты там, жрать хочешь что-то? Слушай, нам нужно это быстрее, пока они все это не собрали. Сука, как это всрато выглядит. Отойди из моего дома. Отойди, это мой дом. Это мой дом, я тебя не пущу сюда. Не трогай мои вещи, я тебя прошу. Она просто вышла, лол. Хоть где-то есть дом. А то вспомнил Starbound, дом из грязи. Был ли дом? Вообще-то был, как бы. Просто давай поговорим о... Ах ты сука. Я не хотел тебя бить, алло. Водки? Не, подожди, это явно несъедобно. О, смузи. А, ну оно в принципе прибавляло. Так, хорошо. А что ты ноешь? Подожди, у меня отравление? Блять. Подожди секунду. Я только что броню сожрал, да? Я броню превратил в напиток и выпил его. Сука, умён. И при этом мне очень невкусно даже было. Мне даже не было вкусно. Судя по тому, что он говорит, что бравый путешественник приблизился к пещере, какие же ужасы его ждут там внутри, я думаю... Ты пожалеешь о том дне, когда ты встретил меня. Но потом... Какими спидранами, ты прикинь? Это... Обоссались? Так, допустим. Блин, там должно лежать что-то супер хорошее, иначе я не знаю. Сейчас это мне напоминает Final Fantasy 15, помните тот данж с усом креветки. Окуляры с линзами, обоссаться. Я не могу их даже носить. Понятно. Угу. Ясно, игра.
Это даже не ус креветки. Хотя нет, ус креветки был похуже. Так, теперь ищем выход. Блять! Закрой дверь! Засов до двери! Ладно. Сука! Вот это. Он такой идет. Не открывается дверь. Мужик такой. Обратно закрывает. И пальчики. О, да. Проблемы со связью. Ладно, давай поищем еще немного. Ожерелье должно быть в спальне. Конечно, поищем, долбоёб. Кто там за углом стоит? Ебать, так. Такое себе на самом деле. Блин. Да я делаю, твою мать! Подвинул стул. Блядь, твою мать, вообще не страшно было, чат, спокойно. Блядь! Я сидел и думаю, это такой старый байт, я его в миллионе игр видел, что типа они максимально далеко от тебя вот это вот и в краю эфире среди прочего. И пока ты к нему идешь на середине, на тебя сейчас что-то выпрыгнет. Я не испугался, я ожидал этого, я это знал. Можно, пожалуйста, туалетной бумаги? Здесь кто-то есть! О! Уходи, быстро! А куда бежать-то? Они придут за мной. О! Он должен вернуться. Ебать! Он здесь! Так, спокойно, спокойно. До свидания, я пошел. Не, это типа еще хуже. Маньяки я вообще не люблю. Блять. Как вы расходитесь, с расстояния только цифры ваши остаются. И я не пойму, кто рядом со мной, Джек или Даша. Я беленькая. Ну, типа, ладно, хорошо. А что ты розовый? Ну, потому что мы цвет забрали красный. В смысле? Ты хотел украсть мой красный цвет? Это мой сказать. Красный цвет. Это мой красный цвет. Теперь мой розовый, все. Вот, все, теперь ты розовый. Спецназ! Прибыл понять, почему пропал сигнал. Мой розовый, мой красный! Даша, мы Артура потеряли. Нормально, я за другой машиной. Возьмет машину. А, ладно, хорошо. Тут мышкой управлять, да. Только не сбей их, пожалуйста, джилотинка. Меня отспавнивает от машины. К вам. Лол. Ну ладно, я побегу. Да, Даша, вот она заканчивается, я поэтому долго бежал. А, спасибо. У меня один хп остался. Нормально. Нормально? У меня один хп. Нормально. Я нечаянно, ты же под колеса прыгнула, как Анна Каренина. Я это видел иначе. Мне показалось, машина наехала. Наш напарник вас сбил. Да, спасибо. Сори, ребят. Садись, я машину. Не пилот! Спасибо, Джек! Ты меня, да, ты меня. Бот водит! Бот водит, Даша! Так, у меня 6 кт осталось. Даша, я тебя убил в спину, сори, спасибо. Я это видел. Я подлетела вообще-то дать. Так ты выскочила перед ним, а я стрелял в него и прицел не успел перевести. Патроны не тратить, ты меня убил, я ничего не делал. Ясно. Переговоры. Понятно. Спецназа по рации. Я же вам не нужна, я не буду пульки тратить. В смысле, не нужна. Окей. Переговоры спецназа все еще напоминаю. Я не буду пульки тратить, те же вам не нужны. Пульки. Самое главное. Не патроны, а пульки. Рядовой, патроны, пульки. Круто, конечно. Выходи, машина сломалась. Поэтому я ухожу. А что меня бросили-то? Да машина сломалась. Алло, уедьте кто-нибудь, отъедьте! Да... Я бы отъехал, я был в 10 метрах, честно. Да я стреляю до последнего, я же воин Спарты. Так, давайте я попробую.
Почему меня забрали? Меня сразу ногу отдавили. Блин, а где умер? Где моя снайперка выпала? Вот это вроде я красный, да? Но тут оружие не мое. Спецназовец. Подожди, ну мы снайперку не видели, говорит. Я тут снайперку где-то потерял. Сейчас гайс поедет. Ну она где-то выпала, я не знаю, отстрелили, попали в оружие. Я не вижу, снайперской винтовки больше нет. Нет, возможно, есть. Нет, здесь только какой-то гном лежит. Подожди, тут две речки, получается. Как две речки. Вы серьезно? Нет, что я дальше умер. Так где дальше-то? Я не мог дальше. Вот я уже тут же бежал. Нет, тут я-то... Я и правда был дальше. Я все врал. Нашел? Да. Нашел снайперку. Круто. Да. Мы можем продолжать двигаться? В какую сторону ехать? Ну ты же хотела поводить, вот теперь вот давай вези нас. Но да. Все равно у меня такое ощущение, как будто бы я нахожусь в токсичном пространстве. С чего бы ты это взял? Не знаешь почему, Даша? Нет. Нет, приехали. То есть ты намекаешь на что-то все? Ага, то есть за джинсами так тебя надо отпустить, да? А как снайперку поискать 20 секунд, так все. Время идет, все тормозит. Отлично, водительские навыки. А при чем тут, блин? Он еще и разбил машину нашу. Но ехать надо было, это же очевидно. В смысле, он, я вообще не за рулем был. Я предлагаю строить гонки вниз с горы. Вниз с горы? Давайте. Да. Так, короче, я как мышь по спиду. И, короче, такой, и этот, встаю, потом так разворачиваюсь и стреляю. Ага. Кто первый до моста доедет, тот и победил. С моста не прыгай. Ты должен был... Эй, фальстарт! Фальстарт! Я первая, я первая. Даша, остановись, пожалуйста. Такая скорость, хорош. Вы же ее победила. Я говорю, едем до моста. Ну, она так на технически мосту останавливаемся. На мосту. Ой-ой-ой-ой-ой. Да куда ты выходишь, придурок? Ах, ясно. Он упал, да? Почему он налево вышел, когда справа земля была? Снайпер, давай, Джек. Так, все, это наше укрытие, теперь бежим. Снайпер убежал на базу, алло. What the fuck? Не знаю, как кнопка на снайпер. Джек все пропустил. Просто не говори ему, пусть он дальше идет. Артур, забери у него снайперку, дай ее мне, пожалуйста. Так это типа не солдат, это наш напарник, он тебе ее не отдаст. Понял. Прости, брат. Ты видишь, сколько тут крови? Это не я. Я вижу, да. Ой, Джек, короче, вперед идет. Иди, Джек. Я иду вперед. Это что такое? Она шевельнулась, увидели? Нет. Да. Иди вперед. Лучшие из лучших. Отборные солдаты спецназа. А, ему тележка в войну съехала. Понятно. Что? Че вы ржете? Если ты подобрался. Въезжай прям туда, не бойся, я прикрою. Обидно было. Не, ну я по-честному прикрывал. Вечно, когда я кого-то взрываю, говорит... Джек постоянно говорит, я взорвал, я снял. Блин. Я убил еще одного турельщика. Сядьте за турель, пожалуйста. Я пока не стрелял никого никогда. Артур, как думаешь, я тебе допрыгну или нет, или я умру? Думаю, ты умрешь. Да вы издеваетесь! Да чай, впереди, брат! Вперед! Вот это! Кто там меня? Просто со спутника убили! Ребят! Ну что, ребят? Что? Что случилось? Если... Поехали, я за вами прикрою. Давай, мы тут сейчас всех развалим. Я не за вами, сам. Да мы подождем. Может, они по вам стрелять не будут, подумают, что вы это свои? Что не свои? Артур. Издалека ж не... Я... Посмотрите назад. Ну, мы точно одна команда, я считаю. Просто одна элитная команда, я бы сказал. О, нам привезли. Чекай, запрыгнем на него. И на нем останемся. Тут остаемся все. Даша, смотри, где мы, Даша, снимай на видео.
Нас я уводят! Не могу! Даша! Смотри, где! Даша! Но я пытался управлять как мог. Постараемся по атмосфере играть, называется. Ну это... А я говорил? Я говорил. По атмосфере? Ну да. Да по врагам только стреляйте, что вы с собой говорили. Хороший выстрел. Кто-то умер. Я. Подожди, верну. Как? Посмотри на нас. Джек, лети. Зачем тебе они нужны вообще? Я подзорвал себя дважды, потому что трижды я умер. Вы были преданы Black Silver Муфа. Нажмите X, если вы хотите выгнать этого игрока из игры. Что? Любые гости Black Silver Муфа тоже покинут игру. Простить или выгнать? Даша, у тебя новый шлем, да? У тебя такой же шлем, как у меня? Нет, у меня... Да, почти. Нет. Но зачем ты купила? Же. А, да, как у тебя... Да что такое, блин, Артур? Зачем ты купила? Я его в этом шлеме всю игру был. Ну, это ссора, я считаю. Да не хватит, я же убил... Да перестаньте, я же уже убила пилота. Это был не я. И тебя еще второй ракетой чей-то попали. Наши причем, лол, вот этот вот попал. Ну это типа призыв к суициду получается. Я тоже не одобряю. Ага, Black Silver Уфа опять а предал вас. Такое? Хотите ли вы его простить да, как или я... выгнать? Я вообще не понимаю, что произошло-то. Я опять просто... причем. Второй раз я тебя прощаю. А как это получилось вообще? Давай кто первый выдержит. Никогда не держал в руках что-нибудь такого. Бей. Грузовой борт и башня Траксуса. Ай, больно. Понял, я думал, ты выдержишь. Ну-ка, давай я. Давай, я вот так вот встану, чтобы не отлететь. Давай вот так. Давай, изи выдержу, чекай. Ну, я в бассейн упал. Там снизу твой молот где-то. Да, я вижу, и труп мой вижу. Мы идем. Да, мы идем. И... Мы проверяли просто, ну, разрабатываем новые техники. Надо было проверить, да, насколько мощное оружие. А то вдруг, если оно нас не убивает, оно их не убьет, правильно? Молодец, вот это я понял. Это что такое было? Че вы, что? Да там была потеря у нас, смотрите. Да, там потеря бойца незаметного фронта. Ты видишь, что тут Даша заспавнилась на тебе? Прикольный спавн, я считаю. Я вас терпеть не могу, ненавижу, блин. Посмотрите, как вы далеко, где я. Я тут при чем? А, поехали, заберем ее. А давай посмотрим, что в этом окне. Можем ли там выжить? Я не вижу в каком. Вот. А, в этом? Да. Блин, тут жарко. Не можем. Знаменитые последние слова. Блин, тут жарко. А! Давай проверим, огонь жжет или нет. Проверим. Сейчас же морякам, если возможно. Но в любом случае, разнеси эту глушилку. Шестой, это последняя глушилка. Ты почти на месте. Он все хочет убить. Да! Блин, говорит, какие шлемы хорошие! Говорит, если они нас... А, я думал, это он промахивается по себе. Не хочу, типа, стать ими и вот это вот. А. Нет. Ой. Он жив! Он жив! Ты его не убил, 6 контрольных в голову не прошли. Это был не я. Даша, это он! Ой, просто ненавидно. Это был не я. Это кошмар. Ну кому ты веришь? Скажи, кто это был. Стою сейчас над своим трупом, а вы двое... Да, цифровые. Скажи, кто это был. Блин, с одной стороны мой муж, с другой стороны мой друг. Нет. Ну я кто? Не может быть, Скорпион? Нет, я вышел тебе его отдавать вообще. В этом был мой изначальный план. Че было? Получил, да? По жопе. Вот было то, что произошло со мной. С мопеда нахуй. Простите. Блин. Вы были преданы Black Silver Уфа третий раз. Так ты подставился. Опять простить или выгнать? Блин, я сейчас нажму выгнать ведь. Мы эту миссию проходили. Вы были преданы Black Silver Уфой. Берегись автомобиля.
Давай тебе дам. Прощен 4 раза, я не знаю, что ты должен сделать, чтобы ты реально простил. Красную вишневую девятку дарю тебе. Да, которая сбила меня и там моя кровь на ней. Понял. Меня предал Блэк Уфа. Да я нечаянно, я же защищаю. Тоже, да, знакомый. И это было хорошо. Увидимся. Всем пока.